Всем привет! Привет, ребятушки! И сегодня мы что делаем? Играем в Lego Nexo Nights! Наверное, вы уже соскучились по Nexo Nights. И да. Сегодня мы играем в продолжение, да? Да. В прошлый раз мы кого били-то с тобой? Мы били Лавагу, обижали ее. Обижали? Да. Так, ну давай, проходим сюжетный уровень. Где же он? Вот он. Это обычный уровень пока это что. Это он самый? Да. Так, мы с тобой вспомнили, мы с тобой в Фортрексе. Да, Фортрекс, по-моему, да, это называется. Да, мы залезли внутри Фортрекса, и там какой-то огонь, да, что-то там происходит такое страшное. Я даже не знаю, какой Некса силу выбрать, ну давай. Да любую выбирай, да поехали. Так, ничего, я не буду брать с собой всякой дополнительной штуки. Давай-ка уже, давай, мальчонка. Можно проходить испытания несколько раз. Кто это? Клей? Мэйси? Клей. Ты слышал? Да. Справедливость-то восторжествует. Ты тоже его ненавидишь, Глоблина этого. О, это противный Глоблин, он прыгает так, как обезьяна, блин. Еще он прыгает 3 раза. Да он вообще противный парень. Надо был Фортрекс на него, на это. Давай. Ух ты, он тройной прыжок у него. Да. Как на Олимпиаде. Пах. Давай, бей. Снег со силы какой-нибудь бей. Союз Фортрекса. Спасибо, Фортрекс, ты помог. Ух ты. Это что, такого не было, как не помню, босика? Такой? Это кто такой? Дракон джунглей! Он что, не попадается под это? Ну-ка, бей его, убегай. Убегай, он сейчас будет тут гневными какими-то из ультрадоспехов! Давай, бей! Ну-ка. Слабак. Все, что ли? Да. Я думал, это какой-то этот сильный парень, а он оказался вот ну, таким так вот. Мини-босс, это не как там ломает. Так, ну что, долго он бежит у тебя куда-то? Ну, фокус большой. Ух ты. Ну смотри, там Бурзнай. Бурнзай? Да, Бурзнай. Бурнзай. Ой, это кто взял? Ух ты, опять он что ли? Опять этот противный парень с какими-то кинжалами. Ух ты, нифига, смотри, какой он грустный строй. Бегай. Глушон был. Ты глушон? Да. Давай его бей, блин. Фортрекс на него, вот. Что-то он оглушает как бы. Офигеть! Все, Фортрекс, хватит, что такое? Он меня так оглушил как-то, он так крутился, как мультика, когда сильный удар был. Не знаешь, как такой был? Понятия не имею. Так, ну что, еще? Ой, опять это. Господи. Вот эти вообще бесявые вот эти вот, которые прыгают в тройном прыжке, да? Да. О, смотри, их еще и двое здесь. Бей. Еще вот этот вот маленький коротышка, он специально делает, чтобы они были еще сильнее. Да? Да. Вот он мерзавец какой. Ну-ка, давай. Бей их, в конце-то концов. Справедливость восторжествует. Тебе не нужны наушники. Дракон джунглей! А я себе наушники. Да о, слушай, с двумя-то наушниками классно. Ей, второй момент, погоди. Так, и что у нас? Третий остался?
О, броня для Аксела. Аксела. Так, а у нас там это, есть кого-то прокачать, может быть, или да, нет? Да, потом в конце уровня посмотрим, кого можно, кого нельзя. Может, кому-то можно силушки добавить? Богатырская. Союз Фортрекса! Ну-ка, что тут у нас? Союз Фортрекса. Ух ты, блин, смотри, что он вытворяет. Какие-то эти видео штурмы. Да. Бумеранги. Офигеть, это крутой парень, я тебе скажу. А наш Фортрекс круче. Да. Какие-то маленькие эти, да? Ой, опять этот, блин, пришел. Блоблин, ненавижу, вот он самый худший из блоблинов. Есть такой еще крас, но он один раз прыгает. А этот, смотри, аж в тройном прыжке за тобой, да? Да. Ну-ка, 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 давай либо двое. Паук-боец. Ну, это паук-боец сейчас. Получит, да? Да. Получит по шапке по своей. Смотри, я несколько ударов ему сделал. Да он слабый. Ой, он совсем слабый, да? Ну, что-то. Ну, это же, наверное, был какой-то мини-босс, да? Да, лобага, это не стоит, еще посильнее будет. Он все равно тут отображается, паук-боец. Мы сила, вместе мы сила, как в журналах всегда. Да, вместе мы банда. Да, ну там написано такая Nexus-сила, там написано вот такая форма. Такое вместе мы сила. Давай, форма, переключайся уже на следующий уровень. Эй, Ань, форма. Награда, денежек у нас 27 тысяч. Ну давай, пройдем еще один уровень и с тобой попробуем прокачать наших героев. Ну, посмотрим пока, посмотрим. Так, ну, о, можем крылья прокачать, но я не очень его хочу прокачивать. Так, я у нас что у нас? 4-4, вот да. У этого 3, о, 22 тысячи. Что, прокачиваем? Давай. Все, теперь все четвертый. Так, все четвертый уровень, а это так, красивый. Дальше, что стрелочки-то пропали у нас? А пока вот как бы что мы красавцы. Красавцы такие, да? Да. Красавцы. Так, у этого 3 почему-то. Ланс вообще слабый. Да. Аксель. Четвертый. Все, пап, это странно. Вот он стал фиолетовым, сейчас посмотрю, какой-то коричневый. Угу. Странно. Оружие потом, наверное, тоже будет. Да. Этим, 8 тысяч. Да? Так, ну ладно, давай, проходим еще с тобой уровень. Тебе нравится? Да. Нравится. А что тебе больше нравится, Nexonauts или Ниндзяго? Мне оба нравятся. Так, я хочу вам показать, что мне больше всего нравится в Лего Nexonauts. Что тебе больше всего нравится? Брить овец! Брить овец. Давай, да. На сюжетный уровень. Ей! 6-3, да, какой-то? Да. Там еще не будет босса? Ну, да, если только маленький босс, мини-босс. Мини-босяк. Дракон джунглей! Дракон джунглей! Модернизируй ваше оборудование аксессуары и делай борьбу намного легче! Справедливость восторжествует! Так, что у нас тут? Так, а когда мы с тобой из этого Фортрекса-то сможем выбраться? Когда победим Джестера? Лаварио. А, Лаварио? Да, там будет Лаварио. А мы когда-нибудь с Джестером будем драться? За честь! Да. А нет, я уже сражался с Джестером. В самом начале, что ли? Ну, не в самом начале, там почти в самом начале. Там где-то на два. Блин, он опять, ты видел, опять он да. Эти сделал? Слышал, он что-то... Да, что-то еще шепчет, да? Так, пока не подходи к нему, пока у него эта фигня. Ой-ой-ой, что-то сильно они тебя лупят. Что-то лупят нас. Вот эти еще маги, они восстанавливают себе здоровье и другим. Восстанавливают здоровье себе? Да, и другим. А ты не подходи пока туда. Блин, да ты посмотри, они хуя нашего шутали. Блин, тут, наверное, надо этого брать, который стреляет. А, Арина взять? Да. Он сюда очень быстрый. Союз Фортрекса! Что ж такое-то? Ты посмотри, что вытворяют. Убили нашего Клэя. А что, слабо. У них это кончилось? Нет? Что там? Я думал, у них кончилось, эта фигня фиолетовая. Вот, фиолетовая. Ты не подходи к ним.
Как ты их надо... Я не знаю, как их... Она же как-то исчезает, эта штука, да. Нет? Вот, вот, в этот момент надо подходить и бить их. А когда она у них есть, тогда надо гаситься, мне кажется. Ой-ой-ой-ой, это Месси тоже слабенький у нас. Ну, я здоровый больше. Блин, давно нас, слушай, не мочили, не били это так. Ой-ой-ой, давай, соус, давай. Иди мочи его, мочи, блин, этого. Засранца. Давай. Фортрекс выйдет у нас. Давай, Фортрекс, во. Союз Фортрекса. Блин, капец, какие они все здоровенькие стали, да? Нам поди на прокачиваться было, чтобы проходить эти уровни тогда. Пожалуйста. Наконец-то, блин. Ну, более-менее нормально. А если тут еще был босс, как Лавария, то... Да здесь какой-то мини-босс будет. Ну, наверное, в следующем уровне будет. Бей их сразу. Давай ему по башке. Блин, он опять включил какую-то фигню. Yes. Нексусила. Нексусила. И теперь мы можем просто бежать. Просто выходи, пусть он стреляет в них, а ты бегай от них пока. Никуда не это, пусть он от всех носит. Во-во-во-во, включай реген. Не реген, а надеюсь, чтобы он убил меня. Так. Ес, бей. Дракон джунглей! Тут, мне кажется, еще фигово какая-то это. Нексосила, дракон джунглей. Почему? Мне не нравится, она мало забирает здоровье. Мне кажется, много. Блин, давай. Блин, смотри, он опять этот включил, мерзавец. Да. Реген. Гей. О, второй. Это только второй был? Да. Сейчас еще третий бы нам как-то тихонечко пройти. Ну, у нас Фортрекс есть, так как он джунгли и реген. Сейчас будет самое интересное. Блин, нас давно так с тобой не лупили. Да. Я мой священник никогда не использовал раньше. Только все Клеем убивал. Ой, на кстати, сила уже закончилась. Дракон джунглей! Что-то дракон джунглей вообще фигня какая-то. Союз Фортрекса! Би-би-би-би, во! Давай, мочи, помогай! Yeah. Сейчас еще после этого еще кто-то выскочит наверняка. Какой-то мини-босяк, блин. Супер соус из ультра доспеха! Тебе надо этот реген включить. Ты включил, да? Все, вижу. Блин, опять у нас я включил, и что это за защита у него? Все, блин. Да, вулканы. Блин. Господи, сколько этих блоблинов. Блин, давай какой-нибудь нексосилу нам. Дайте нам нексосилу. Фортрекс. Yes. Давай. Ой, огонь. Он не очень сильный оказался. Вулканный блоблин. Все, Фортрекс, остановись. Ну, победа. Победа, папа! Дай пять. Другая игра. Так, ну что, у нас уровень 55. Да. Давай мы сейчас с тобой немножко прокачаем кого-то, если у нас будет что-то, да?
А потом уже босс был или нет? В следующем уровне. На карту. На карту, на мап. Ладно, мы с тобой прокачиваться не будем, потому что у нас сейчас нет, наверное, денег. Нет, ну мы-то можем. Так, один. И все, в следующем видео мы пойдем, так сказать, игру. Ну, потому что вот, пап, вот это вот. В общем, следующее видео будет вот. Очень интересно, да? Потому что это еще не скоро, в обновлении откроется, а огненная земля, вот. Давай посмотрим мультик. Жестко. Это как бы наксосило то, что... Я не понял, зачем нарисовано это наксосило. Может, это который нужно использовать? Ну, это есть... что, все мы игру с тобой прошли, что? Нет, ну вот эти два уровня пройдем, и в обновлении потом появятся огненные земли. Вот оно что. Так, ну ладно, давай тогда с тобой завершать наше с тобой любимое видео. Наш Nexonite, да? Да. Да прибудет с вами Nexosilla. Да, я прокачаю все равно его Жакселя. Эй, хватит деньги тратить. Да прибудет с вами Nexosilla. Ребятушки, увидимся с вами в новом видео. Смотрите, подписывайтесь. И оставляйте комментарии. Да. Всем удачи, всем пока.